Мой первый сплав по реке. Река Серга. 8 мая 2022. Планировал уже много раз. Как-то не получалось. 3 года уже. Парк Оленьи ручьи. Поплывем. Финиш Варакаева. Единственная проблема, очень сильно упал уровень воды. Из-за прошлого засушливого года вода уже уходит стремительно. Поэтому будем плыть не 2, а скорее всего 3 дня. По прогнозу. Группа малая, 1 катамаран. Погода улучшается, это хорошо. Первые 2 дня обещают без дождей, на 3-й день дождь. Посмотрим, может еще и не попадем. А вот, кажется, еще одна группа приехала, не наша. Еще другие. Вот эта группа на надувных лодках. 3 штуки. Уже вижу. Причем все 3 разные. Сегодня прям весело. Еще группа. Тоже катамаран. Процесс сборки. Вот этот катамаран большой, прям больше нашего, длиннее. У нас самый скромный флот. Посмотрим, кто первее Варакаева окажется. Интересно, на сколько они рассчитывают дней. Кто первым выйдет на воду? Вот в чем вопрос. Когда мне жарче, я больше делаю. Готов. Болот накидал, лег на пенку, там сзади мотор и катайся так по нему тут, никуда не вылетит. Thank you.
Вот здесь нам сказали, переворачивались катамараны. Сказали, раскидало много катамаранов. И вещей потеряли люди, 30 штук. Нас тоже вынесло, но мы устояли. Там убило плот. Это были остатки плота. Ну, вообще плотом сложнее управлять. Ну, а вон одежды сушит. Привет! Как прошли? Как прошли? Ныряли! Молодцы! Молодцы! Вот эти перевернулись. Фу. Остатки плота нас спасли. Это все она. Красный. Это куртка чья-то. Причем целая и новая. А кто ты знаешь? Я вижу. Что новое? Целая и новая. Может, бери. Ребят, может это отдать. Позвонишь, Маша, отдадим. Хорошо. Мы могли бы здесь собраться в 9 часов, но как бы до сюда вы добирались? В общем, вот здесь нашли 3-4 спальника и бензопилу. Вот тут лежало. Очередной улов. Вон там хавчик. Гречка, гречка. Вот там гречку видел. Как достать-то? Ну как, веслом, с другой стороны, я сказал, весло с собой поставим. Ты зачем его поставил? А я вон за это, затем пошел. Так, вон хавчик достает. Еда, еда, в том-то и дело, блин. Так, а я пошел брать воду. Холодно, пипец. Нам сказали, что размоталось очень много катамаранов и очень много перевернуло. Так, вода. Вода чистая, а у меня как раз воды нету. О, еще плывут. Что там? Термос? Нашли хавчик. Здравствуйте, снимаем. Вы нас? Да. Чай в термосе горячий. Без сахара. Что там? Бинокль? Ну ему влага не страшна, блин. Thank you.
что-то еще нашлось. Думали, все, ничего не найдем, потому что прошло очень много других лодок, все выловили. Казалось бы. А люди говорили, что у них там и телефоны сотовые, и экшн-камеры были. В общем, все, деньги, документы. Вот что-то еще есть. Термос. Термос. Иди к папочке. Интересно, что внутри? Сладкий? С лимоном. Mm-hmm. С лимоном, но не очень сладкий. Ну, как я сегодня сделала. Чебрец, лимон. Кому же дай попробовать? Я сфоткаю его. Километров через 5 стоянка. Давай не гребем быстрее. Все равно он не гребет. Пещера. Thank you.
скала, карстовый мост. Рядов камень. Что, с левой стороны, да? Да, там проход внутри. С банькой. Встали на стоянку. Так, в итоге, что выловили? Уникальный термос. Три спальника минимум. Бинокль. В чем самый ржач? В том, что все лежало в одном месте, в кучке. Вот на островке, как бы, в 2 метрах. Это не могло самостоятельно так прибиться к берегу, потому что мы потом прошли чуть-чуть вперед, и я увидел 2 человек, которые случайно оказались там, на берегу, без лодки, без ничего. Я так понял, что они просто собирали это все в кучу уже, и мы взяли то, что собрали они. Вот так вот. И еще один пакет выловили с одеждой из воды. Там была куртка, носки всякие, там кофты там и прочее. Везде все занято, очень много людей. А, еще вот что. Нашли 3 5-литровых бутылки, а у меня как раз воды с собой не было. Я ничего не брал. Вся надежда была на родник, теперь у нас воды на весь сплав. Так, какие за пары? Одноместная палатка, моя двушка. Но принято решение, потому что холодно будет ночью. 3 в 1. Но вот эта вот палатка, вот эта большая, она кемпинговая, она очень огромная. И мы втроем ее просто не прогреем. Мы с ней замерзнем. Поэтому будем втроем в 2-местную залезем. А эту сложим обратно. Красная запасная тарелка вон лежит возле. Поменьше, конечно, чем твоя, но поешь.